Состав суда, включая председательствующего судьи, прокурора, гособвинения, адвокатов подсудимых, уже определен. Подсудимые не высказали отвода участникам процесса. На процессе присутствует прокурор, адвокаты и подсудимых. В начале заседания суд провел проверку паспортных данных подсудимых. Житель города Кентау, женат, имею детей, ранее не судим. Житель Кызылорды, женат, имею детей, ранее не судим. Каждый из двух мужчин утверждает, что в преступлении не виновен, а убийство совершил его сообщник. Дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей. Суд приступает к отбору членов жюри присяжных. На городской свалке были обнаружены обугленные человеческие кости. Судмедэксперты смогли установить, что останки принадлежат молодой женщине, пропавшей несколько дней назад. Благодаря показательной работе полицейских, следствие скоро вышло на двух подозреваемых мужчин, жителей города Кентау и Кызылорды. Выяснилось, что они проводили время в обществе молодой девушки на съемной квартире, а наутро обнаружили ее мертвой. Кто из двоих совершил убийство или они участвовали в этом, оба подсудимые не признаются. Но убедившись, что девушка мертва, они вместе решили отвезти ее на свалку и сжечь, что и сделали. Труп сгорел до такой степени, что даже причину смерти девушки установить не представляется возможным. Мы будем следить за этой детективной историей.